Таки нет. А где он? Не знаю, блин. Ну ладно, хорошо. Потом приходит второй раз, стучит на дверь. Юра, где живет? Да нет, не живу здесь. А ты кто? Юра. А ты здесь живешь? Нет, я не живу здесь. Да что такое? Третий раз приходит, смерть домой, стучит ему. Так, ты Юра? Вот смотрит, говорит, ну ладно, да, я Юра. Что ты хочешь? Так, говорит, ну все, тебе пора, пошли. Смерть, подожди, давай я чуть-чуть поживу, там, блин, все такое. Да нет, типа, мне пора. Говорит, а смерть, а как ты узнаешь, когда умирают люди? Ну я тебе не могу рассказать. Ну почему, ну расскажи мне, как ты понимаешь? Ну ладно, теперь тебе вот пора, я тебе расскажу, когда кто-то приходит на смерть. Ну хорошо. Открывает такое, ну смерть, смотри, видишь поле? Вижу. Видишь скрип свечки? Вижу. Вот когда я сейчас догорает до пола, тот человек умирает. Да. Смерть, а можно побыть мою свечку? Да ну нельзя, ну ты понимаешь. Ну блядь, ты последний раз, ну что, нельзя еще? Ну ладно, хорошо, покажу. Видишь, она сейчас такая большая стоит? Вижу. Пьешь? Нет. Куришь? Нет. Баб ебешь? Нет. Нахуй ты вообще живешь? Рома пригощаешь, а не так рассказал гарный анекдот про моего пригостителя. Хлопці взяли саме на анекдоти. Понимать, конечно.